Всем доброго времени суток, уважаемые подписчики и зрители канала, с вами Виталий Соколов. Данное видео направлено помочь в поиске специализированных книг по программированию на языке Pascal, Object Pascal или Delphi, Free Pascal, Lazarus, Kylie, MSI IDE, Pascal ABC, Turbo Pascal, Turbo Delphi, Micro Pascal и других языках и средах программирования. В основе всех этих языков и диалектов лежит язык Pascal, поэтому информация, данная для одного языка, во многом актуальна и для других. На поиск всех книг было потрачено много времени, поэтому поддержите данное видео пальцем вверх под видео и подпиской на канал. Это поможет каналу расти и развиваться. Если вам известны еще какие-то книги, которые отсутствуют в данном видео, или если вы найдете ошибки в этом видео, напишите об этом в комментариях. Поможем друг другу в поиске полезной информации и исправлении ошибок. На текущий момент в сборку книг входит более 1100 книг. Это оригинальные книги, их переводы и переиздания, которые разбиты на годы выхода. В сборнике находятся книги на разных языках от авторов с разных материков и стран. В этой сборке можно встретить книги из США, Великобритании, России, Германии, Китая, Японии, Швейцарии, Франции, Италии, Испании, Португалии, Кореи, Австралии, Украины, Беларуси, Казахстана, Польши, Индии, Бразилии, Турции, Чехии и других стран. Как видно, Pascal и его диалекты популярны практически по всему миру, и литературу по ним на удобном для вас языке должно быть найти несложно. Если на нужную тему нет книг на вашем языке, попробуйте поискать такие книги на английском и других языках, а перевести содержимое этих книг можно с помощью онлайн-переводчиков. Часть книг являются платными и их нужно купить, а некоторые распространяются абсолютно бесплатно. Как видно из графика, наибольшее количество книг выходило в 90-е годы, после чего наблюдался небольшой спад. Последние годы снова наблюдается постепенный рост количества новых книг по языку Pascal и его диалектам. Найти эти книги в интернете несложно, достаточно воспользоваться удобной для вас поисковой системой. Например, Google, DuckDuckGo, поддерживающий анонимность пользователей, Яндекс, Yahoo, Bing, Baidu, Ask, Excite, Lycos, AltaVista, Mail, Rambler, Meta. Или воспользоваться Tor браузер. Написать в строке поиска правильное название книги на удобном языке, и для вас будут найдены необходимые страницы с этими книгами. Многие книги до сих пор можно купить в печатном виде как в онлайн-магазинах, так и в обычных магазинах на улице. В описании под видео вы найдете список наиболее новых книг, которые поместились в описании. Остальные книги вы можете переписать с экрана монитора, поставив видео на паузу. По возможности старайтесь читать как можно более новые книги, в них могут идти поправки на новые добавленные возможности и сделанные изменения. Но и информация в старых книгах во многом остается актуальной и по сей день, так как Pascal языки стараются, обновляясь, оставлять поддержку старых возможностей. Помимо специализированных книг по конкретному языку, я бы еще советовал читать справочную информацию и документацию по операционной системам и платформам, графическим и другим библиотекам, фреймворкам и движкам, так как работа с ними идет практически одинаково во всех языках программирования. Например, вызываются одни и те же функции и передаются одни и те же параметры. Также очень полезно читать исходные коды открытых проектов, например, в различных репозиториях. По ним вы не только узнаете, как делаются те или иные вещи, но и научитесь правильно оформлять свой код. На этом у меня все, надеюсь, что данное видео было полезным для вас. Если так, то поставьте палец вверх, подпишитесь на канал и напишите комментарий. Это важно для развития канала. Удачи вам в программировании и до встречи в следующих видео.